20 февраля – Масленица. Древний славянский праздник. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Каждый день существовали определенные обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомки, то есть в среду, чаще приглашали на блины зятьев с женами. В четверг – санные катания. В пятницу – тещины вечерки. Суббота отводилась за Ловкиным посиделком. Воскресенье называлось «прощенным воскресеньем». А что это? А это масленица. Маслиш? Это пятки. Блинная ярмарка. А, блинная ярмарка. А еще сегодня Всемирный день социальной справедливости отмечается с 2009 года. Он посвящен равным возможностям, солидарности и уважению прав меньшинств. 20 февраля 1944 года на экраны вышел мультсериал «Том и Джерри». Сюжет большинства серий мультфильма сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать мышонка, а также на увечьях, разрушениях, которые из всего этого следуют. В этот день, в 1986 году, на космическую орбиту выведена научная станция «Мир». Она пришла на смену орбитальным станциям «Салют» и стала на полтора десятка лет единственной в мире пилотируемой космической лабораторией. Орбитальный комплекс «Мир» находился в эксплуатации до 2000 года. Двадцатого февраля 1903 года родился Лев Даватор. Генерал-майор известен своим успешным командованием кавалерийскими войсками во время Великой Отечественной войны. За его голову Гитлером даже была назначена награда. Именем Льва Даватора названа одна из центральных улиц Челябинска.